Привет, друзья! Мы в Кисловодске. Канатная дорога после ремонта встречает нас немного обновленным зданием с розовыми теперь стеклами ветровыми. И раньше очередь стояла на подъеме. Теперь не пускают. Все стоят здесь. Цены такие. Взрослые 300 рублей, дети от 5 до 10 лет 200 рублей, до 5 лет ветераны и инвалиды бесплатно. Карты не принимают. Это было каждый год, и это теперь только наличные. Поэтому рассчитывайте, если вы захотите подняться, что картами оплатить не сможете. Сейчас прокатимся с вами до верхней станции. Мы сейчас находимся внизу, это храм воздуха, а верхняя называется Синие камни. Поехали с нами. Ребята, мы час в очереди стоим. Вот примерно приблизились, скоро будем заходить. Так, заходим, поднимаемся наверх. Три взрослых и детский. Три полных, один ребенок. Да. Иди себя как уж чувствуешь. Не прижимайся лицом только. Ну что, ребят, у нас желтый вагон. Будем снимать сейчас на сторону долины Роз. На прошлых видео была свинка в обратную сторону. Поехали. Ну, на сучке встань. Голову поднимем. Долина Роз. Еще одна. Снимай. Команда из Нижнего Новгорода, посмотрите на меня. Все.
Смотри, опора какая. Тут поднимается на опору. Потому что мало народа, макушки сосен, видишь, отпилили, чтобы они в вагоны не цеплялись. Нет, там внизу дорожка идет, можно там пройти с подъездом. Вот там за елочкой на тропинка идет. Под пещерами идет тропиночка, вон человек идет. Спасибо.
Ну, не знаю, а посмотрим. Мы прибыли на верхнюю станцию, на дороге синяя камера. Вот, ребят, мы на верхней станции. Олимпийская деревня. Раньше здесь был прокат лошадей. Кафе можно перекусить. Туда идти на малое седло и на большое седло. Довольно далеко на большое. Надо идти в подготовленном состоянии.